Доброе здравствуйте, уважаемые посетители канала. Сегодня 8 августа была тренировка у меня. Я уже вам рассказывал, что очень интересный феномен, тот уровень, на который я вышел. Вроде тренировка, вроде тяжелая, вроде подымал, все, напрягался. И за счет того, что ты работаешь с энергетикой, тренировка не так тратит, как тебя одаривает. Я уже восстановился, и вот сегодня была тренировка, я занимался по полной программе. И даже поднимал веса побольше, чем после того пятидневного отдыха. В дожиме ногами, как вы видите, мне удалось довольно-таки хорошо сделать на два раза. Первый не совсем удачно, а вот второй отлично щелкнул. Пробовал я и больший вес. Вес 760 кг, но тут как-то произошло так, колыхание веса. Нельзя назвать, что был отрыв, просто колыхнул. Поэтому не будем его особо засчитывать. Хотя вот второй можно и засчитать. И пошел даже на третий. Ух ты! Дожим штанги лежа. Ну, так можно так сказать. Лучше всего съем штанги со стоек в положении лежа. Ну, вот 200 кГц. Так, раз, нормальненько. Отлично, второй разик. Набычились и на третий раз. Тоже, можно сказать, чистенько сделал все. Штанга на поясе. Начал с 800 килограммов. Эйн. Свейн. И... Дрей. По крайней мере, мне это все показалось довольно-таки легко. После этого поставил 900 килограмм. Ну-ка! Есть! Первый раз. Второй. Ну, колыхнул второй раз. Колыхнул. Но первый раз зачетный. Далее у меня пошла, как бы сказать, концовка становой тяги. Ну вот, 450, посмотрите, опачки, так сказать, уверенно, хорошо, легко и так далее. Не подумайте, что это упражнение такое вот простое, вот. А вот на 500 килограмм набычился и, о, хорошо, зачетный, хороший подходик, есть. Далее я начинаю, можно сказать, одно из наиболее сложных упражнений, вот съем штанги со стоек, ну будем говорить, для приседания. Не подумайте, что это настолько как бы легко. Это самое трудное. Здесь должно у вас быть, во-первых, очень хорошо укреплено пресс, пах. Потому что когда я начал заниматься, я понял, что в первую очередь от такого натуживания может вылезти грыжа. И поэтому я потихонечку начинал, укреплял. Дальше, естественно, огромная нагрузка на позвоночник. Если вы правильно не делаете, то такие веса просто-напросто раздавят ваши межпозвоночные диски, особенно в поясничном отделе. Ну и ряд других вещей будет. Вот посмотрите, насколько это, как бы сказать, борьба с весом именно вот в положении уже стоя происходила у дикуля на весе сколько там, 450 килограммов. Видите, как его треплет. Ну а теперь посмотрите, насколько сильно происходит вот это трясение у Маланичева Андрея на весе 490 килограмм. Ну, я думаю, я как-нибудь и дойду и до полутонны. Ну, смотрим. Следующий подход, я иду на рекорд 410. Посмотрите. Ага, пошла.
энергия вдарила в голову, все примерно происходит на уровне потери сознания. Настолько была вот эта вот, ну, не хочется мне говорить мощное напряжение, но вот, вот такое вот. Ну и в заключение посмотрите на меня после, после этой тренировки. Я так читал ваши отзывы там. Нет-нет, да попадется, знаете, пара людишек, которые вот что-то да вопхнут. Вот я, мол, тунеядец и прочее, прочее, прочее. А человек видит, ну я перед вами там сижу, рассказываю, но он не видел того труда, который я переделал, и сейчас, который я делаю, он его просто игнорирует, не хочет. Вот оно, мое лицо после, после этих занятий. И я уже, эта тренировка началась в 5 вечера, сейчас у нас с вами 20:44, я чувствую, что я чувствую? Ноги отошли. Вот раньше ноги очень сильно напрягались, они гудели, и такое впечатление, там, как палками побиты. Очень сильно болели трапециевидные мышцы. Вот действительно, как будто их отбили палками, как отбивную. Сейчас эта боль ушла. То есть восстановление идет очень быстро. Это, я говорю, просто-напросто очень удивительный феномен вот этих занятий. Но в любом случае отдохнуть желательно немножко побольше. Но я занимаюсь по самочувствию. Я чувствую, вроде как отдохнул. Что я буду там ждать? Мне надо набирать маршу и занимаюсь. Ну вот, решил такую вам сделать видосик, запилякать. Чем я занимался, какие там результаты, что как идет.